Всем здравствуйте. Ну, будем исправлять ошибки с лимонграссом. Точнее, не свои ошибки. Ну и свои тоже, конечно, нужно было внимательнее разобраться. Но тем не менее, вот представьте, какие миленькие семечки пришли лимонграсса взамен предыдущих. Но, кстати, про предыдущие продавец утверждает, что это все-таки лимонграсс. Что самое интересное, что-то в нем взошло. И ну, пополним коллекцию садовую. Посадим этот лимонграсс. Так, рано оторвала я. Возьму вот такую баночку. Она у меня, к сожалению, без отверстий, поэтому я складываю перлит и его хорошо промачиваю. Лимонграсс вообще растет в очень-очень влажных местах. И, ну, может, конечно, перемудрю, но мне почему-то хочется какую-то прослойку проложить. Вот у меня мох сфагнум. Брала я его в прошлом году. И вот он год лежит. И вот ни мошка в нем не завелась, ни мушка. Это, конечно, очень интересная штука. Ну, дай бог, что бы не перехвалить его, хотя это сложно сделать. Зачем я его складываю? Ну, чтобы только чтобы держал влагу. И создавал какую-то ну, подушку все-таки между перлитом и почвой. Сейчас я быстренько наложу еще. Не сильно много положу. Так. Скромно. Если у кого нет, кстати, вот там, где мы шопились, там есть. Но не в общей куче мы его видели. Ой, а где-то то ли где все для орхидеи, то ли... Ну, короче, в общем, случайно увидели. В Леруа не видела в этом году. Хотя в прошлом году брала там. Но отступили от темы. Я немножко побрызгаю. Сильно не перестараться бы. Вот. И теперь сверху насыплю землю. Почвенный состав все тот же. Очень-очень хорошо увлажняет. Ну, прям, мне кажется, мы очень все хорошо увлажнили. Наверное, теперь да. До следующего года можно не поливать. Но семена, конечно, жуть какие мельчайшие. Конечно, было бы, наверное, удобнее сеять на снег. Я вообще надеюсь, что у них тут что-то есть. Что это не шкурочки одни. Это уже будет, конечно, очень смешно, если это шкурочки. Вот так вот и раскидаю их. Посыплю аккуратненько. Аккуратненько, потому что они магнитятся, и я боюсь, что они вообще куда-нибудь сейчас у меня разлетятся. Вот еще вокруг стоит очередь. Попробовать тоже что-нибудь посеять. Очередь из кошек. Извините, прицепились, не хотят выходить. А мы как это можем оставить? Вдруг она лучше всех зайдет. Вот так вот их набросали. Ну, конечно, да. Как попало, слишком близко друг к другу, но как есть. И вот посолили. Залили всю квартиру, похоже. Ой, господи. Все, сейчас все это насоленное накроем. Вот у меня подписано, что это лимонграсс. Сегодня 20 февраля. У нас, не знаю, какой у вас.
и просто пыль прибью еще раз. Ну и попробую, только она не вырасти. Будем с вами вместе наблюдать дальше. Всем спасибо. Особенно тем, кто подметил подмену. Я очень благодарна за то, что вы так внимательны. Всем спасибо еще раз. До свидания.